друзья, мы приехали в центр Мадрида. Сейчас нам где-то надо будет здесь выходить. Едем с аэропорта. Цена проезда 5 евро с аэропорта в Киеве. А так, если по городу ездить на автобусе, то я точно не знаю, но мне кажется, около евро проезд. Если же покупаешь проездной, ну не проездной, а на 10 поездок, я помню, то ли евро 20, то ли евро было, в общем, около евро, чтобы получал 190 центов. Я дела, но точно говорить не буду, не помню. Это второй приезд у нас сейчас в Мадрид. Не то, что вы даже это приезд, это просто мы проездом здесь, потому что самолет дешевле получался. Если через Мадрид ехать, летели то с Канарских островов. Но после Канарских островов здесь, конечно, жизнь совсем другая. Сразу видно, что столица, жизнь кипит здесь. Выглядит как настоящая столица. Кажется, сейчас наши будут санкции, скорее всего. Что-то нажимает. Это она. Она говорила, что это последняя станция. Кто говорил? Ну, это женщина. Ну, вообще, у них центр же называется СУ, станция, самая центральная. Помнишь, где медведь еще стоит? Это центральная станция. Не, я понимаю, вообще, я имею в виду, самый центр же считается СУ, правильно? СУ, вот это, да. Как называется наше место? А точно? Точно. Ну, естественно, после этих островов, где все на расслабоне, такие тихие, спокойные, как в маленьком раю там живут. Здесь такие эти творятся, смотришь, что творится здесь. Это просто посольство. Это происходит. Так, друзья, буду беречь батарею, камера сломалась, снимаю на фотоаппарат, так что пока выключаю, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный, в Калифорнии.